Смотрите сегодня в 8 вечера на телеканале «Саратов 24». Помочь не мог, но очень хотел за деньги. В Саратове по подозрению в мошенничестве задержан судья в отставке, что обещал служитель Фемиды за приличное вознаграждение. Ночь в аэропорту, а не дома. 6 рейсов «Саравия» и «Аэрофлота» были отложены на несколько часов. Каковы причины столь долгой задержки и как люди были вынуждены добираться до пункта назначения? Вместо тополя липа, а еще велодорожки и площадки для выгула домашних животных. Как изменится в ближайшие месяцы улица Рахова и что нового ждать не только пешеходам, но и автомобилистам? Об этом и не только в 20:00 расскажут журналисты «Саратов сегодня». Не пропустите.